Да вон я всю машину постоянно с ремонта только вытаскиваю, всю ходовую постоянно делаю. Только поменяю, вот на полгода хватает. А таксисты больно не ездят, тоже не хотят ездить сюда, когда вызывают. Не знаю, как скоро ездит или нет. Но таксисты больно-то не ездят, их вызывают они это. Говорят, у вас здесь дороги плохие, мы сюда ездить не будем. Каждый сезон, значит, приходится заниматься подвесками. Это еще ладно, сейчас погода стоит. А когда вот весной, осенью, что здесь творится? Вот. Иногда здесь переезд закрыты, пускают эти маршрутные такси, пускают. Может быть, даже автобусы, правда, я не видел, да? Ведь это же опасно. Для... Это же резервная дорога, она считается, когда переезд закрыты, пассажиров возят по этой убитой дороге. Вот. Это небезопасно.